смотрите, хочу вам показать новшество 21 века. Продается вот такой вот набор, футболочка, какие-то репетузы. И сразу сюда же продается маска. Как вам нравится? Здесь то же самое, пожалуйста, под любой цвет. Видите, черная, черная футболка, шорты и черная маска. И каких цветов хотите? Это вообще можно, нет? Это вообще просто ужас. Так. Живая природа, смотрите. Тут собачка спит, а тут оленики гуляют. Красота. Такие хорошенькие. Смотри, прямо зима его дома. Ну да. Такие хорошенькие. Ну ты бы им что-нибудь подала покушать такое. Ну потом придут, они же, видишь, все голодные, посмотри, прямо вообще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Красотульки такие. Сейчас травку всю твою выщипают. У тебя вкусная, сладкая травка. Почему-то интересно, у тебя больше всего зелено, а там везде снег лежит. Посмотрите, какая здесь в Америке абсолютно натуральная, пейзажная, натюрмортная картина. Вот просто мы сидим, пьем чаек, вот так вот миленько, на кухонке, смотрите, пьем чаек. И тут я чувствую, что мне кто-то дышит в затылок. Несерьезно. Мне кто-то дышит в затылок. Ты посмотри, они же, у тебя нет ничего покушать старенького. Кинуть им какой-нибудь дохленькой, засохшей какой-нибудь кукурузинки или еще чего-нибудь. Они ждут. Они, посмотри, они маленькие, между прочим, это молоденькие, они небольшие. И вот прямо, представляете, да? Вон там первый этаж. Катя, мне кажется, уже готово. Так, а у нас уже наш рецепт готовый. Мы готовим кушать. Пошлите посмотрим. I will try. Okay, thanks. Так, сейчас у нас будет небольшой перекусончик, чай-выпивончик, а после этого мы вам что-то покажем, что-то новенькое и интересненькое. По крайней мере, для меня это было новенькое, потому что я еще такого не видела, не знала. Так что оставайтесь с нами, будет очень интересно. Ча-ча-ча. Ну что, наш красавец, ты кушаешь? Давай, кушай. Кушай, ням-ням. Угу, да, ням-ням. Бузя. Бузя, какой он прикольный. Лысенький, красивенький. К лету готов, да? Ну извини, что я тебя тут это самое перебиваю. Он кушает, а я ему мешаю. Он кушает, а на камеру не кушает. Ну ладно тебе. Ну ладно тебе. Ну вон кушай, вон еда. Вон еда, вот она еда. Все, ты уже назирался. Нафуфырился, да? Нафуфырился. Так, первый раз мы используем эту машину, так что мы не знаем, как делать, да, и да, что да, с ней делать. Вот так вот мы себя положили. Закрываем. 400? Да, 400. На 15 минут. Бам-бам. И оставляем, и там должно 400 быть... 400 на 15 минут. Что-то должно получиться супер-мупер. Вау, начинается процесс. Смотрите, Эфрая и я, мы вам все покажем. И даже дадим вам виртуально попробовать. Так, девочки, мы выключаем наше произведение искусств. Смотрите, вау, сколько мы это все жарили? Ну, слушай, даже, по-моему, не было 15 минут. Посмотрите. Все уже, а запах какой обалденный. Вот так вот быстро, вкусно готовится в Airfry. Воздушная доделка. 3 минуты. Можно доделать. Или они сгорят. Кто хочет, любит хрустящие, тот может поджарить. Любишь хрустящие? Я не знаю, я хрустящих не пробовала. Это получится у нас чипсы, да? Чипсы из зукини. Ну, видите, как работает прямо. О, и тут разные опшены у нас. Здесь можно курочку готовить, креветки, мяско, даже что-то выпекать можно. Вот такой вот универсальный у нас
комбайн. Так, а теперь это Элма. Смотрите, товарищ, эй, повернись сюда. Элма, Элма, смотрите, какой он классный. Удай перед крошавец. Ладно, он сейчас бизи, он будет кушать. Что ты будешь кушать? Пойдем кушать. Элма. Элма, смотрите, какой у него дайпер. Какой у него дайпер красивый. Какой он вообще после прически. Ему только что недавно навели хэкат, да? Элмуся, повернись ко мне, котик мой. Нет? Ой, я не могу. Мы решили вам преподнести урок, как приготовишь это вкусненькое, полезненькое. Ой, господи. Но мы спрашиваем совета у американской подружонки. Так, девочки, мальчики, сегодня у нас смертельный номер. Мы вам будем демонстрировать супер рецепт. Для меня это было новшество. Я не знаю, с какого леса, где я вообще жила. Это у нас называется air fryer. Жарко воздухом. В Америке это последний писк. А я и не знала. А почему я не знала? Потому что я категорически не в готовке. Все, это уже не моя тематика. Я могу покушенькать, и то очень выборочно. А готовить я вообще перестала. Поэтому меня просвещают. Вот это вот у нас air fryer. Сейчас мы его разогреваем до нужной температуры. Потом у нас будет healthy-healthy ланчик. Это у нас зукини, кабачки. И мы будем делать их вот в этой вот штуковине. И рецепт должен быть просто супер-мупер. Мы посолили, поперчили, добавили специи, добавили маслица. Вау, она так быстро у нас это самое уже, да? Так, seasonal salt у нас. Температура орёт. Сейчас я вам покажу, как это будет. А ну попробуй. Ну подожди, они же горячие. Как пробовать-то? А ты сама не хочешь попробовать? Ага. Ну сейчас попробую. Я себя чувствую. Они же горячие. А, ну да, у меня без сыра. У меня milk intolerance. Я не могу. У меня молоко организма не принимает. Только козье молоко я пью. Готово? Вкусно, конечно, готово. Вкусняк. Вот это вот наша диета. Поэтому мы вот такие вот стройные. И звонки. Ча-ча-ча. У нас обострение весны и бездомных, безработных, которые не хотят работать. Вот так вот. Уже не первые на дороге сегодня, которого я видела. Стоят молодые, красивые, здоровые мужики на углу и просят милостыню. Очень интересно. Ну,